Будьте ближе к вашим родным в эту Пасху. Ведь через MoneyGram можно отправить деньги в страны СНГ, окружив родных любовью. MoneyGram. С нами вы ближе. Сегодня в Бостоне прошла панихида по погибшим в результате взрывов на марафоне 15 апреля. Специально на траурное мероприятие прилетел президент США. Барак Обама пообещал найти тех, кто стоит за этим преступлением. Вместе с главой государства на церемонию в Бостон прибыла его супруга Мишель, а также бывший соперник Обамы на президентских выборах Митт Ромни, губернатор штата Массачусетс Девил Патрик и мэр Бостона Томас Менино. В своем выступлении президент США заявил, что дух города, колыбель американской демократии, не сломлен, и его жители сохраняют стойкость духа. Обама сказал также, что бостонская трагедия тронула сердца всех жителей страны.